Мы теоретически могли взять первый МФЛ. Дроты выиграли первый МФЛ. И первый МФЛ, ну, кто помнит по составу, там как бы реально еще там Текил на поле выходил. Да, я думаю, что на самом деле мы первый МФЛ и взяли, вот честно. Ну, типа, по состоянию нашему, именно даже не по уровню состава, а по нашему состоянию психологическому и ментальному. Вот возможно, как да. Как раз-таки, мне кажется, на таком уровне вот ментальность, она пипец как решает. Мы выходили каждую игру, не то, что мы типа всех уже как бы обыграли, а выходили бы, что с точки зрения мы чемпионы. Да. Всего и вся. Да.